Всем привет, дорогие зрители! Рад вас всех приветствовать на своем канале. Сегодня у нас воскресенье, я стою в Бремене. Это, можно сказать, продолжение ролика про мини-отпуск мой 4 дня. Простое. Сегодня воскресенье, завтра уже работать, загрузки, выгрузки, поездки и так далее. Но сегодня отдыхаем. Погода сегодня не самая такая классная, хорошая. Пасмурно, солнышко там пыталось светить, но не светит. В общем, возможно, дождь будет, но ничего страшного. В общем, решил я съездить в центр города. Сейчас я нахожусь в Бремене. До центра мне 7 километров всего от машины. Вот, сейчас немножко осталось пройти, где-то метров 500. В общем, ребят, пришел на станцию. Сейчас 8 минут подождать, и все, и поеду. Солнышко уже такое немножко начинает светить. В общем, неплохо. Неплохо. Все good. Большой такой вокзал. Сейчас выхожу в город и по картам буду смотреть, куда мне тут дальше двигаться. В общем, ситуация на данный момент. Такой выход. Ну ничего особого здесь нету. Все, ребята, иду обратно на вокзал. Сейчас поеду домой, можно сказать. Машину поеду. Дождь начался. Вот, немножко погулял. У нас около часа 4, наверное, здесь нахожусь в Бремене. В общем, пришел на вокзал. Жду свою электричку.
в 15:33, она сейчас 15:30, 3 минуты. 2 минуты как стою, вот 3 минуты осталось, всего 5 минут. И еду в машинку и что? И ничего, и будем прощаться с вами. Мне здесь одну остановку проехать. Вот, как-то так. Все, ребята, еду я назад. Осталось мне 2 минутки где-то. Сейчас будет моя остановка. Выхожу, пройдусь немножко до машины. Сейчас приду. Кушать не хочу, покушал. Ну, фильмец посмотрю. Потом в душ нужно сходить. После душа там уже буду спать потихоньку, ко сну готовиться. Завтра в 5 часов вставать, в 6 уже выгрузка, загрузка. В общем, спасибо, кто был со мной сегодня. Спасибо за ваши просмотры. Всем пока, до новых встреч. Всех обнял.